Здрасте. Всем приветуленьки. 3 года каналу. И это событие. Событие, которое вообще ни разу для меня не радостное. Должно, наверное, быть радостным, но оно таким не является. Возможно, потому что вокруг происходит всякая херня. Ну, короче, в любом случае надо было что-то записать в честь такого вот праздника, и я решил, что надо сделать вот так, как я сейчас делаю. Записать просто 10-минутный ролик, который будет включать в себя мое нытье. И все, я его даже монтировать не буду. Резать, и все. Вот как есть, так есть. Зато услышите, насколько у меня речь не поставленная без монтажа. Ха. Короче, что я... О чем я хотел поговорить вообще сегодня? Это о том, что было, что есть и что будет. Начнем с самого интересного. Что есть, что сейчас происходит. 2022 год вообще начался не самым лучшим образом. Сначала у меня заболел винчестер на компьютере. Но вроде починили, все нормально. Потом у меня на ноуте заболел кулер. Я уже заказал новый, надо будет поменять. Но, увы, переедет он, скорее всего, не скоро. Поэтому я еще без ноута сейчас. А потом еще и я заболел. Вот, наверное, неделю назад, даже больше. Больше, 2 недели назад уже получается. Еще неделю буду отлеживаться, отдыхать. Вообще у меня типа в легкой форме проходит все. Если вдруг это кому-то интересно. Но, короче, все равно состояние так себе. Слава богу, фу-фу-фу. С легкими нормально все. Пока что. Вот, короче, я сейчас еще трохи приболел. Поэтому ролики не выходят. И по этой причине тоже. Еще почему ролики не выходят? Потому что нет мотивации играть в 22-ю ферму. Вот не нравится, не могу я себя заставить, понимаете? Бывает такое, вот не хочется. Вот лучше в 19-ю играть. Она мне больше нравится. Но ее смотреть никто не будет. Делать для 3 человек как-то тоже, знаете, работы по записи ролика, работы проходит очень много. Я за нее не зарабатываю столько, сколько времени и сил я на это трачу. Ну вот, короче, оно того не стоит. Если кому-то хочется стать ютубером, не надо. Это плохая идея. Не, некоторые стреляют, конечно. Некоторые молодцы. Некоторые даже не молодцы, делают какую-то херню, но все равно стреляют, и поэтому они молодцы. Ну ладно, я не об этом. Давайте о веселом. Вот, короче, если что, то для 22-й фермы я ищу карту. И не могу ее найти. Если кто-то мне подскажет, какая есть хорошая карта, то, может быть, даже начнется прохождение какое-то, и, может быть, даже оно будет интересным. Вот, на стандартной играть не сильно хочется. Первые вот эти конверты, которые появились, просто отрыжка дракона какая-то. Лучше играть на стандартных. Вот так вот. Ладно, давайте поговорим о том, что будет. Сейчас буду рассказывать вам, какие у меня планы. И потом будете мне говорить, вот ты же хотел сделать вот это, а нихрена не сделал. И будете правы. Поэтому я вам сразу говорю, что я ничего не обещаю. Я просто планирую. А как оно пойдет? Хренушки. Хрен его знает, да. Короче, начнем с фермы. Конечно же, опять-таки ищем новую карту. Может быть, когда починю ноутбук, может быть, стримы какие-то будут. 19-я ферма, к ней я тоже вернусь. Там есть золотой колос, рыбхоз и как минимум для спонсоров.
Я сезон запишу. И карту допройду. Когда это будет, хз? Я ничего не обещаю. Может, через месяц, может, позже. Но я планирую сделать вот это, да. Это что касается фермы. Что касается других игрушек, там тоже, скорее всего, для спонсоров будут какие-нибудь прохождения. Там для фарм-менеджера вышла DLC-ха, надо будет ее глянуть. Может быть, какой-нибудь сезон по советам. Я уже третий год планирую, кстати, советы на Republic. Точнее, что там? Workers and Resources, короче, совет Republic. Я вот все планирую, но до сих пор не сделал. Но в планах оно до сих пор есть. Я хочу в нее поиграть, разобраться с ней и тоже замутить прохождение и сделать. Хочется. Когда будет, хрен его знает. Из того, что еще раньше бывало на канале Евротрак Симулятор и Американ Трак Симулятор, то в ближайшем будущем должны будут выйти новые дополнения к ней. Как обоим играм. Там Рашка должна будет для ИТС-ки выйти и Техас, по-моему. Для Америки. Вот, соответственно, все вот эти выходы DLC сопровождаются ивентами, которые проходят на World of Trucks. Там просто грузы возить из города в город, ничего такого. В принципе, ладно, вся игра это просто грузы возить из города в город, ничего особенного. Ну, короче, ивенты на World of Trucks, и которые надо будет обязательно повыполнять. И я это все дело планирую на стримах пройти. И потом еще куча ачивок в Steam тоже выходит. И, соответственно, ачивки я тоже. Я задрот по ачивкам, поэтому... Я уже абсолютно все выбил для ИТС-ки, там пара штук осталась буквально мне в Америке, и вот выйдут новые DLC. И, короче, вот это дело я тоже хочу все добить. И все это на стримах. Вот хочется, вот планы такие. Стримы, правда, на втором канале будут. На втором канале, потому что... Там меня не заботят авторские права, вот эти вот баны канала, вот это вот все страйки, короче, мне пофигу. А в эти игры надо играть с нормальным узлом. А не вот это вот то, что покупается. Типа лицензии. Хотя там тоже музыка хорошая, на самом деле. Но ее там не так много, сколько ее вообще существует. Поэтому... Вот так вот. Для тех, кому интересна была Формула-1, куда она пропала, дело в том, что я тут катал чемпионатик Формулы-2, и он уже заканчивается, кстати, на следующей неделе. Но он уже интереса для меня такого сильно не представляет. Там последняя гонка на одной из моих самых нелюбимых трасс. Это раз. Во-вторых, у меня, в принципе, есть такой хороший задел, чтобы выиграть этот чемпионат. Нужно просто до финиша доехать. Я даже сильно готовиться к этой гонке не буду, потому что я возвращаюсь в F1. Именно, ну, не Формула 2, а Формула 1, короче. И с сегодняшнего дня стартует чемпионат ОРЛ. Не знаю, каким образом меня туда взяли. Я смотрел по отборам время у меня. Там, ну, чтобы зарегистрироваться, надо было проехать, ну, просто поставить время на двух трассах. И скинуть скриншот с этим временем. Короче, там лютые задроты. Я не знаю, как я туда попал. Потому что там людей в резерве очень много осталось. Которые не попали. Которые остались резервными пилотами. И, насколько я понимаю, они все быстрее меня. Ну, не все, конечно, но... Я хрен узнаю, как это работает. Так вот. Я, в общем-то... Поеду вот этот чемпионат, он будет 10 недель. И после него я допройду карьеру, которая у нас осталась незаконченной, которая висит. Так что, если кому-то интересно, следите за новостями. По поводу чемпионата, стримить я его, скорее всего, не буду, по крайней мере, в ближайшее время, пока ноут не привезут. Но в Дискорде, в основном чате,
если будут какие-то стримы других участников, я скину ссылки. И если и там вроде как даже будет стрим с комментаторами, там вот именно как просто телетрансляция. То есть люди, которые не поедут, а организаторы, будут просто комментировать. Насколько я понимаю, там вот эта херовина тоже будет, поэтому я ссылку тоже скину, если вдруг кому интересно, можете за меня попалить. Но там борьбы за очки, скорее всего, даже не будет. Судя по временам. Да ни о каких победах, подиумах речи вообще быть не может там даже. Ни с моим темпом, ни с моим скиллом. Вот. С формулой понятно. И все. Больше планов никаких нету. Какие-нибудь игрушки. Ну, для спонсоров. Знаете, как оно вообще происходит? Вот Farm Manager вышла. Игра интересная. Мне в нее понравилась игра. И да, кстати, надо будет сезончик еще снять. Там какая-то DLC-ха к ней вышла. Тоже, опять-таки, в планах есть. Как оно пойдет. А, я еще сценарий там хотел попроходить. Ах, время бы найти. Ну, так вот. Обычно я, если снимаю какую-то новую игру, то там одна, максимум две серии выходит, и я понимаю, что люди не смотрят, и вообще пофигу, и оно все уходит просто тупо для спонсоров. Там тоже люди не все смотрят, но там хотя бы не знают. Я просто чувствую некоторую обязанность, что ли, перед ними. Хотя на самом деле я никому ничего не должен. Наверное. Ладно, короче, я вот тут поныл. Рассказал кучу бесполезной информации. Но главную мысль я донес. 3 года каналу. Ха. Короче, всех с днем рождения. Для тех, кому это интересно, кого волнует судьба, там, я не знаю. Пару человек есть таких, которые прям, которым интересно. Ну, это так, пару человек. Вот. Спонсорам, конечно же, спасибо за поддержку. Огромное. Там, как бы, я понимаю, что это копейки, и, скорее всего, даже с учетом всех комиссий, курсов, налогов, там реально остается в месяц на чашку кофе. Но все равно, просто все равно спасибо. Вот. На этом все. Всем покаки. И с днем рождения. Меня. Да.